Здравствуйте, друзья! Сегодня разберем интересную книгу. Я бы сказал, даже больше, это пособие, которое было издано в Германии в 1991 году на английском, на немецком языках. Сегодняшняя версия у нас будет на английском языке. Называется она Details in Sheet Metal Working Techniques. То есть, если перевести это с английского, то это, как ни странно, будет переводиться технология двойного пальца. Открываем первую страницу. Вот здесь у нас написано Details in Sheet Metal Working Techniques, то есть это технология двойного фальца. И здесь у нас Drawings, Folding Models, Description of Folding Models for the Double Folding System. Вот здесь появляется у нас впервые Double Folding System, то есть технология двойного пальца. Написал эту книгу Эрвин Халабрин в 1991 году. One while Atuma. Ну, это, наверное, Autumn, наверное, переводится по-английски. Ну вот здесь вот префис есть, предисловие. I'm an instructor of the Vocational Training Center Tübingen for the Chamber of the Crafts of the Trade. Part of any duties include teaching students in the German Master Craftsman Diploma. То есть это инструктор из учебного центра, который написал это пособие в помощь тем студентам, которые обучаются у него в центре. Ну и здесь вот эта книга подробно здесь в содержании contents написано, вот, собственно говоря, какие здесь имеются интересные моменты. Ну, мы сейчас ее, эту книжку, пролистаем и посмотрим, какие, из чего же она состоит. Вот здесь вот tip for the practical work, это tips, это такие намеки, tips, подсказки для практической работы. Ну и здесь вот начинается if edge standing up 45 degrees curved. Ну тут вот начинается, это вот первый самый узел, который у нас есть. Фальц онлайн для новичков. Где научиться? Как стать кровельщиком? Онлайн-курсы фальцевой кровли. Авторский курс. Опыт специалиста практика. Обучение по немецким первоисточникам. 2 месяца. Иметь мастерскую. Иметь минимальный набор кровельного инструмента. Удобная онлайн-платформа. Домашние задания. Лучший тариф для вас. Обучение сразу после оплаты. Подать заявку на обучение. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Учитесь с нами. Зарабатывайте сами. Сомневаетесь? Задавайте вопросы.